Челнинку осудили за продажу алкоголя подросткам. По решению суда продавец должна заплатить штраф в размере 7 тысяч рублей. Такой приговор вынес Тукаевский районный суд. Полицейские поймали женщину с поличным в момент совершения продажи водки несовершеннолетнему. Это ее не первое подобное нарушение. Она и до этого попадалась на продаже алкоголя подросткам, но отделывалась лишь административным наказанием. Она была тоже застигнута за тем, что реализовала алкогольную продукцию, а именно водку, граф Ледов, тоже несовершеннолетнему. И уже вот была поймана, возбудили уголовное дело. Такой факт, он у нас в городе, вот в Тукаевском районе, он у нас впервые. Пока это первый приговор, как бы первая ласточка.